My life 一直在等待，空荡的口袋想在里面放一份爱。 Why 总是被打败，真的好无奈。其实我实实在在不管帅不帅，想要找回来，想要找回来自己的节拍，自己的节拍。所以这一次我要勇敢大声说出来，期待你早已发现我的爱，好几个弯靠越近越明白，不要走开，幸福的开始就是放手去爱。У тебя круги под глазами, не высыпаешься? Директор Инь, на заводе опять изменили образцы. Там куча проблем с вырезом и воротниками. Нам надо успеть к началу следующего месяца. У нас есть только 3 образца. Понимаю. Я сейчас дорабатываю ряд недочетов, вношу изменения. Если на заводе все устранят, начнем массовое производство. Я обещал, что буду поддерживать и помогать, но и тебе надо понять. В следующем месяце Дон Жуан начнет продажу новой коллекции. Главный офис хочет убедиться, что не ошибся, выбрав тебя. Мы должны получить прибыль, иначе дальнейшая наша работа станет бесполезна. Здесь образцы, подготовленные по твоим эскизам на европейской фабрике. Дадим им сейчас отмашку, уложимся по срокам. Но оплата труда там намного выше. Производство за границей совсем снизит прибыль. А за качеством так вообще не удастся проследить. И осмотреть предприятие я не смогу. Китайский дизайнер, европейское производство. Хорошая реклама для нас. Основное производство будет здесь. Простите, директор. Я не стану выпускать эти вещи под моим брендом. Знаю, вы делаете это, чтобы добиться популярности бренда. Понимаю и то, что компании нужна лишь прибыль. Китайский дизайнер, европейское качество будет по вкусу многим потребителям. Но это отразится на качестве. Да и большинство моделей будут пошиты в Китае. Разве это будет не обман говорить о европейском производстве? Простите, я не пойду на это. Фанси, я восхищаюсь твоим талантом, но моего восхищения недостаточно для твоего продвижения. Чтобы сшить вещи, удовлетворяющие по качеству твои запросы, надо время. Хочу прояснить кое-что. В мире бизнеса время – деньги.
Замешкаешь, и все, твоя одежда не дойдет до потребителя. Никакого восхищения. Понимаю. Я 6 лет упорно работала. Прошу, поверьте в меня, я уложусь в сроки и не подведу с качеством. Я смогу. Я пойду. Фан Сы, я хочу верить в тебя. Но на одной вере не выжить. У меня есть свои мечты, я не могу рисковать. Прости, но больше дать времени тебе не смогу. Акция имела успех, и репортеры проявляют большой интерес. Даже не со всеми сможем встретиться. Почему сама этим занимаешься? Так, надо максимально по срокам уложиться. Бриллианты Тонлинь выпускают новый продукт. К этому времени мы должны полностью подготовить нашу коллекцию. Не волнуйтесь. Благодаря вам у нас все получится. Вы повысили популярность компании за весьма короткий срок. Скажу на чистоту, Дзяо Руэйс и Групп нам просто не конкурент. Ты так занят. Зачем пришел? Было чувство, что кого-то не хватает, поэтому и пришел. И не ошибся. Как тебе платье? Красиво? Даже если не нравится, благодаря тебе смотрится шикарно. Как же я вам завидую. Наш директор Ли такой красивый и талантливый, да еще и по уши влюбленный, великолепный парень, согласны, Сяннань? Дам еще одну попытку. Да, точно. Невеста. Невеста. Идем. Почему одна? Где остальные модели? Сегодня моя фотосессия. Зачем им приходить? А что? Соскучился по Лили? Или Люси? В моем сердце лишь один человек. Лили хотела, чтобы ты помог ей с работой. Я рекомендовала ее из благих побуждений. А она нос задрала, считает себя лицом компании. Не напоминай о ней. С ней невозможно. Дал ей наряд, она сказала, что он ужасен. Кричала на Ой, чтобы заменили его. Так ведь, Ой? Да, с ней очень нелегко работать. Часто приходится отвлекаться от своих обязанностей. Я же разрешил тебе заниматься этими вопросами. Ладно, я все улажу. Вы еще здесь? Больше ничего не хотите сказать? Эми, ты на коне. Твоя популярность растет. Пресса так и просит об интервью. А что толку? Они хотят лишь о Фан Сы поговорить. Разве не будь она занята разъездами на завод, я бы общалась с прессой вместо нее. Девчонки, Фан Сы очень непредсказуема. Она невероятно амбициозна. Для публики она дизайнер с высокими идеалами. А в душе ее главная цель – стать популярной. Она отличная актриса, но я давно ее знаю. Меня не проведешь. Согласна с тобой. Иначе зачем ей называть бренд своим именем, притом на английском? Не будем больше о ней. Настроение портится. Идем в магазин. Идем. Сейчас редко получается выбраться из офиса. Хоть прогуляемся немного. Кто это? Да, Фан Сы. Скоро буду. Что? Сверхурочно? Да, Сяонай, в магазин пошли, что хотела. Сверхурочно? Опять сверхурочно работать? Хорошо, хорошо. Это что, такая шутка? Поняла. Мы уже 2 месяца сверхурочно вкалываем. Она в сроки не укладывается. Разве сложно отдать эскизы фабрике? На себя одеяло тянет. А мы почему должны страдать? Правильно, больше не намерена этого терпеть. Уволюсь. Сил моих больше нет. И я уволюсь. Публика хорошо приняла все модели. Предзаказ побил все рекорды. Большой спрос на эти 2 платья.
Мы ожидаем такой же высокий спрос и на модели масс-маркета. Сейчас занимаемся подбором материалов и упрощением конструкций. Наш бренд... Что там у них? Мы наблюдаем. Во-первых, они по срокам не укладываются. Во-вторых, образцы не были по графику одобрены. А еще Бо Фанси не встречалась с клиентами, никто ее в глаза не видел. Многие клиенты от них к нам переметнулись. Нам не о чем волноваться. Тогда все отлично. К нам скоро клиенты приедут, а ты опять куда-то намылился? Ты можешь все подписать, главное условие — высокая цена. Что? Со следующего месяца подними цену на всю продукцию Дон Жуан на 20%. И на будущую коллекцию. Директор, но так не... Продажи идут хорошо. Качество на высоте, клиенты идут толпами. Мы будем в плюсе. Надо хорошо заработать, пока есть спрос. Нам не стоит повышать цены, про конкурентов забыл. Блин, у тебя совсем мозгов нет, мы получим хорошую прибыль. Забыл, как дела делаются? Нельзя упускать шанс хорошо подзаработать. Так, мы должны раньше, чем Tower Ways и Group, выставить продукцию в магазины. Вся сшитая одежда должна быть продана. Уверен, в этом квартале премии будут огромными. Слушаю, Фанси. Фанси, твоя бывшая? Конечно, милая. Постой. Как скажешь. Я хотела вам напомнить. Сегодня у Чен Сяннань день рождения. Я зарезервировала банкетный зал в отеле. Не забудьте. Ладно, мне пора. Рассчитываю на тебя. Да. Что такое? Где все? Почему никого нет? Что случилось, когда я вчера уходила? Удалено. Все мои эскизы. Это точно не вор. У нас шпион. Понятно, почему никого нет. Что будем делать? Я ей отомстила. Фанси получила то, что заслужила. Ее мания контроля утомляет. Не знаешь? Ты же вчера оставалась после моего ухода. И не знаешь? Алло? Вот поганки. Услышали, что пропали эскизы, сразу же хотят уволиться. Думала о последствиях. Какой будет итог? Бо Фанси не вернется в мир моды. Ее бренду закрыт путь на рынок. От этого и ты пострадаешь. Мое решение не сиюминутное. Никто не знает, что Фанси повернута на качестве, а бренд носит ее имя. Типично для мании величия. Директор, только не говорите, что теперь вам ее жаль. Хотя, будь это так, вы бы не позволили всему случиться. Мы с тобой разные. Я защищал ее перед компанией. Если бы Бо Фанси уложилась по срокам и пошла мне на уступки по качеству, я бы не согласился на твой план. Ты была права лишь в одном. Кража эскизов для аннулирования договора
Единственный способ минимизировать потери Цауру Эйси Групп. Для большего эффекта я бы продала эскизы. Так договор будет нарушен окончательно, а ее репутация разрушена. Эми, хочу задать вопрос. Почему ты так ее ненавидишь? Почему? Потому что я тоже хочу сиять. Фан-Си заполучила популярность, а помогавшие ей люди остались в тени. Я тоже дизайнер. Я мечтаю, чтобы и мои работы были на подиуме. А пока я работаю на Фан-Си, все мои модели принадлежат ей. Зачем мне это? Почему она может, а я нет? Посмотрите на меня и Сяо Най. Мы обе учились дизайну, но наш удел быть помощницами. Мне этого мало. Полагаю, Фан-Си так не думает. Мне до лампочки, что она думает. Директор Инь. Здесь все эскизы Фан-Си. Вам решать, продавать их или нет. Уверена, она уже вызвала полицию. Вскоре мне предъявят иск. Но это не важно до тех пор, пока я могу быть рядом с вами. Уверена, вы позаботитесь обо мне. Так ведь? Постараюсь. Напоминание. День рождения. Мама. Это австралийская телятина. Просто чудесно. Твой отец занят на работе. Жаль, что он не отведает такой вкуснятины. Вкус невероятный. Можно попросить упаковать с собой. На рынке такое же мясо купим в 3 раза дешевле. В этих порциях мясо как кот наплакал. А почему? Потому что здесь я ем как знаменитость. Можно упаковать мясо, но атмосферу с собой не заберешь, мам. Ты каждый день здесь можешь обедать. Почему не спросишь, по какому поводу позвала на обед? А зачем спрашивать? Дочь позвала маму пообедать. Разве это не нормально? Знаешь, как меня порадовать. Мама любит свою доченьку. Хочу обсудить с тобой кое-что. Мои подруги играют на фондовом рынке. Я не хочу играть. Но знаешь, эти богатые дамочки только об этих фондовых рынках и трещат. Не буду разбираться в этом, стану белой вороной. Совсем отстала от жизни. Чувство, что у меня совсем нет денег. Простите, ваши латте. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Зачем? Зачем ты помешиваешь? Не будешь пить? Эй, обязана, я ведь заказала. Гляди, какой цвет. Вкус точно отвратный. Добавлю немного сахара, и будет нормально. Мам, хватит, пей уже. Что по поводу моей просьбы? Прошу, скажи хоть что-нибудь. Что сказать? Ну что я могу сказать? Ты умеешь играть на фондовом рынке? Знаешь как? Не знаю, но могу научиться. Буду бесполезной, и твой отец заведет себе любовницу. Надо позаботиться о своей самостоятельности. Видишь же, я стараюсь. Да, да, да. В этот раз дай больше денег, чем в прошлый. Твой жених толстосум. Мне по статусу не положено экономить. Буду скупердяйкой и опозорю тебя. Бестолковая. Матери и копейки жалко. А этот Литан тот еще бабник. Про него слухов уйма ходит. Мои подруги все в недоумении. Спрашивают, не беременна ли ты. Волнуются, что он тебя бросит. Мам, они такое говорят о твоей дочери. А ты ради них на фондовом рынке собралась играть?
О чем ты думаешь? Слово тебе не скажи сразу в крик. Разве я виновата? Сама просила влиться в круг этих богатеек. Не хочу терпеть их высокомерие. Ты звезда. Сегодня на высоте, а завтра никто. Вот что мне говорят. Сегодня хорошо, завтра плохо. Приятно такое слушать. Легко? Легко мне? Мама, мама, хорошо. Через пару дней переведу тебе деньги. Правда? Да, конечно, конечно. Доченька моя драгоценная, ты самая лучшая. Хорошо, хорошо, хорошо. Дорогая, когда я смогу увидеться с отцом Литана? Свадьба же уже на носу, а мы с ним так и не встретились еще. Надо решить с домом, подарками, банкетом и всем таким. Сторона жениха должна проявить инициативу, но если не хотят... Мы сами все сделаем. Мама, у меня вопрос. Ты вообще, кроме дома и подарков, о чем-нибудь другом думаешь? Ты думала обо мне? Я что, не для тебя стараюсь? Если бы не я, разве бы ты достигла того, что имеешь сейчас? Была бы успешной. Да если бы не я, ты с этим нищебродом и нихауранем сбежала бы. Разве смогла бы отхапать себе богатого жениха? Сидела бы сейчас здесь и читала бы мне нотации. Да, ты как всегда права. Мама, наслаждайся обедом. Мне пора. Заплатила за обед? Сяннань, ты оплатила счет? Я кого спрашиваю? Заплатила. С днем рождения! Приходи в отель «Хаят». Тебя ждет сюрприз. Литан, что за выходки? Малыш, я могу себе что-нибудь выбрать? Валяй. Правда? Ты женишься, но продолжаешь флиртовать? Знал, что ты дитё малое, любящее поиграть. Но не думал, что так безответственен. Не переживай, я знаю, когда остановиться. Слышал, Таурвейс и группы Фанцы планируют аннулировать договор. Журналисты поговаривают, что... Малыш, ты куда? Лапочка, ты не заплатил, котик, куда же ты? Ты же не заплатил, пупсик! Новости мира моды. Тяоруэйс Групп выпустила официальное заявление. Из-за обстоятельств личного характера коллекция дизайнера не будет запущена в производство. Тяоруэйс Групп аннулирует договор. Ты все хорошеешь и хорошеешь. Спасибо, спасибо. За тебя. Что ты, не стоило. Рассчитываю на твою поддержку. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. Может, потанцуем? Дорогая! С днем рождения! С годами ты все краше и краше. Спасибо. Ты все подготовила? Ага. Красиво. Рада, что понравилось. Сегодня мой день рождения. Где же Литан и его команда? Дело в том, у директора Ли важная встреча. Он скоро будет. Где он? Чен Сяннань. Этот подарок он лично подбирал. Взгляни. Красиво же? Обалденно. Почему он вечно занят? Ладно, прощаю. Хотя бы помнит, что у меня день рождения. Эй, ты жесток. Для компании успех Фанцы ничто в сравнении с прибылью.
Нам не нужен такой несговорчивый партнер. Фанси не выполнила требования контракта, она не уложилась в сроки. Но условия аннулирования очень суровые. Она лишится бренда, он перейдет к нам. Цао Руэйс и Групп заберет все, ей нечем возразить. Ты хороший бизнесмен, бессовестный обманщик. Фанси – талантливый дизайнер. Но она совсем не умеет вести дела, не знает, когда нужно уметь отступить. Слышал, Фанси написала заявление в полицию. Нам ждать иска? Не волнуйся. У полиции нет доказательств. Хорошо, но Цао Руэйс и Групп все равно не успеет отшить партию. Дон Жуан уже в следующем месяце заполнит весь рынок. Они подняли цену на коллекцию. Старый лис незамедлительно доложит в главный офис о случившемся. Чего ты боишься? У нас есть Дон Жуан. Литану обязательно доложат о провале бренда Фанси, и он согласится с нами сотрудничать. Почему? Я знаю таких, как Литан. Раз он ненавидит Фанси, значит, выкупит ее бренд и разорвет в клочья. Да и в случае, если все еще любит ее, сидеть в сторонке не станет. Вне зависимости от хода событий, до тех пор, пока в наших руках эскизы Фанси, будем использовать их, чтобы сотрудничать с Дон Жуан. Ты же знаешь, что делать. Старый лис не должен нам мешать. Понял? Не переживай, я все подчищу. Фанси даже не заподозрят тебя. Знают, и ей все еще восхищаешься. Иначе я не дал бы Эми столько денег, чтобы та молчала о твоем соучастии. Но ты украл эскизы и тормозил производство. Фанси точно никогда не простит тебя, если узнает. Честно, я восхищаюсь ей, но выбора нет. Бизнес — это поле битвы. Компании важна лишь прибыль. Надеюсь, когда-нибудь получится с ней еще поработать. Ты серьезно собрался взять Эми в компанию? Не боишься, что однажды она и тебе воткнет нож в спину? Поэтому-то я и отправляю ее в главный офис, подальше от себя. Как можно быть таким легкомысленным? Как он мог? Какое совпадение? Какими судьбами? Снимаю здесь номер. Ладно, мне пора. Чен Саннань. С днем рождения. Спасибо. Благодарю. Жених устроил здесь банкет в твою честь. Почему вечеринка так рано закончилась? Рано? Почему же? Почти весь день веселились. Дни рождения каждый год одинаковые. Так много сюрпризов подготовил. Я в полной растерянности. Жутко устала. Он даже на работу не пошел. Целый день со мной провел. Еле уговорила его заняться делами. Он заботится о тебе? Да, прямо лелеет. Дает абсолютно все, что я хочу. Когда был за границей, прилетал ко мне по первому зову. Знает, что люблю готовить, поэтому подарил ресторан. Ему нужно много времени проводить за границей, а я не могу оставить свою работу здесь, и он поддерживает мой выбор, уважает мои интересы. Рад, что ты счастлива. И я рада видеть, что у тебя все хорошо. Люди не могут жить прошлым. Надо двигаться вперед. Не переживай, при мне не обязательно быть столь лицемерной. Можешь говорить на чистоту, быть откровенной. Я все пойму. Что ты такое говоришь? У тебя все хорошо, и я этому очень рада. Мы же в конце концов старые друзья. Прости, мне уже пора. Спасибо за кофе. Не стоит.
Цела? Опять на каблуках? Совсем о себе не заботишься. Запрещаю. Что ты делаешь? Отойди. Отдай. Сейчас же. У меня завтра кастинг. Прекрати. Что ты вытворяешь? Хватит. Хватит уже. Прекрати. Не мешай. Пятки свои видела? В кровь их стерла. Будешь продолжать себя мучить? Тебя забыла спросить. Чэн Сяннань, машина готова. Пошли. О, директор Инь, и вы здесь. Может, присоединитесь к нашей вечеринке? Заткнись и идем. Идем? Конечно, конечно, идем. Счастливо оставаться. Пока. Удачи вам. Вот так и уйдем? Он же тебя глазами пожирает. Глупости. Глупости. Просто поговаривают, что он укомплектован по полной. Стоит с ним попробовать поработать. Думаешь? Угу. Он наемный рабочий. Тяо Руэйс и Групп ему не принадлежит. Его потолок — быть директором, хотя он наверняка талантливый сотрудник. Но он не так прост, как кажется. У него связи есть. Может, тогда сам с ним посотрудничаешь? Если хочешь, могу вас познакомить. Ладно. Я понял. Полиция бессильна. Говорят, доказательств недостаточно. Одних подозрений мало, чтобы арестовать Эми. Мы не можем ничего доказать. Она предоставила доказательства, что ее не было рядом с офисом. Как она могла нас предать? Фансы, прекращай строчить! Лучше подумай, что Дзяо Руэйс и Групп сказать. Эскизы украдены. Они могут быть даже проданы. Это явное нарушение контракта. Даже если передадим образцы, нас обвинят в нарушении конфиденциальности. Бо Фансы. Господин Литан. Ты невероятно потеряла эскизы и сопровождающую информацию. Уходи. Какая польза от твоего просиживания здесь? Если для тебя так важно было качество, какого лешего подписала договор с Цао Руэйси Групп? Ради мести? Мне ни к чему твое беспокойство. Проваливай. Для тебя стараюсь. Вместо того, чтобы сидеть здесь... Пойти и вернуть эскизы? Согласно твоей логике, я опять должна продать свою студию, чтобы подтвердить твою правоту. По-твоему, сейчас время ругаться со мной? Это моя студия. Как только попала в беду, все тут же смылись. За всем стоит Инь Хао Рань. Дура, ты этого совсем не понимаешь, что ли? Это тебя не касается! Проваливай! Убирайся! Исчезни!
Послушай, это все из-за твоего паршивого характера. В конце концов, ты всего лишишься. Слышишь? Шесть лет назад. Фанцы, выйди, поговорим. Я буду ждать здесь, пока ты не выйдешь. Твоя мечта так важна? Готова ради нее отказаться от нашей любви? Готова ради нее отказаться от нашей любви? Литан. Ты разрушил не только мою мечту, но и доверие. Давай расстанемся. Осторожнее. Литан! Литан, ты в порядке? Помнишь меня? Ты кто? Я Чен Сяннань, одногруппница Бо Фанцы. Мы часто виделись. Бо Фанцы. Заболел? На тебе лица нет.
Я болен, Бофансы. Что с тобой? Литан, твой мобильный. Фансы, может, простишь его? Отношения познаются в испытаниях. Литан верен тебе. Он так нежно смотрит на тебя. Я каждый раз вспоминаю, как твой отец смотрел на меня. Он продал магазин без твоего ведома. Да, он виноват. Вам нелегко заниматься бизнесом. Он тоже вложил много сил в этот магазин. Ему, как и тебе, грустно, что так получилось. Литан не решается поделиться своими чувствами. Я знаю, твоя мечта, чтобы отец гордился тобой. Хочешь сдержать слово и создать свой бренд. Но, если честно, твой отец больше всего хотел бы, чтобы ты была счастлива. Мам, мне грустно не от того, что магазин продан, а от того, что он поступил эгоистично. Он не считается с чужими чувствами. Главное для него деньги, прибыль. Он все измеряет деньгами. В жизни никак без препятствий. Сейчас это лишь карьера, а в следующий раз будут наши отношения. Стоит ли ему так же легко сдаться, как сейчас? Лучше отпустить его, чем каждый раз проходить через такое. Я доверяла ему, но он этого не ценит. Рядом с ним я не чувствую себя защищенной. Я боюсь. Очень боюсь. Фансы. Не будь такой. Я знаю, какая ты. О чем твои мысли? Знаю тебя лучше других. Ты начинаешь шить, когда тебе плохо. Мы обе знаем. Тебе нелегко выразить словами, что у тебя на душе. Мама. Побег не выход. Просто вы с ним по-разному переживаете невзгоды. Это не значит, что надо расставаться. Труднее всего в этом мире найти человека, что заполнит твое сердце. Отпускаешь Литана и отдаешь ему свое сердце. У тебя, вероятно, будут новые отношения, но сердце уже не вернешь. Знаю, ты принимаешь взвешенные решения. Тебе ни к чему чьи-либо советы. Ты строга к себе и также строга к своим отношениям. Отношения, как вода, это ручей, что не может быть чист, как слеза. Думаешь, Литан отпустит твою руку, оставит тебя? Думаешь, он не защитит тебя, не убережет? Подумай над моими словами. Вами были нарушены условия контракта. Договор будет аннулирован. Ваш бренд переходит Tower Ways Group. Где директор Инь? Директор Инь отстранен. Знаю, ты выкупил мой бренд. Дай мне месяц. Всего один месяц. Я смогу удвоить твою прибыль. Отработаешь на меня 5 лет, и я верну твой бренд. Полное подчинение приказам. Никакого личного мнения.的路口，孤独。
陪在身后，幸福向左还是向右？如果时光可以倒流，你是否为我放弃所有，然后幸福快乐一起颤抖交换温柔？我可以忘记了所有，只要记住你的双眸，记得你的右手，那种温柔是因为我直到永久。如果时光可以倒流，你是否为我放弃所有，然后幸福快乐一起颤抖交换温柔？我可以忘记了所有，但只要记住你的双眸，记得你的右手。